В Мангистау накажут чиновников, допустивших дефицит газа. После проверки выяснилось, что предприниматели незаконно вывозили сжиженный газ за пределы области. Освобожден от занимаемой должности начальник управления предпринимательства и торговли господин Лукбанов. Кроме того, в адрес министра национальной экономики господина Дусаева Акиму области было направлено письмо с ходатайством о принятии мер в отношении руководителей. Правоохранительные органы задержали на дороге Актау-Форт-Шевченко 45-кубовую автоцистерну с российскими номерами. Водители, граждане России, собирались вывести газ по фиктивным документам в Ставропольский край. В ходе расследования выяснилось, что возле промышленной базы Актау осуществлялась перекачка сжиженного газа. К моменту приезда сотрудников полиции здесь находились еще два пустых газовоза. Водители пояснили, что уже не первый раз приезжают в Мангистаускую область. Теперь решать судьбу всех участников незаконного вывоза газа будет суд. Установлена гражданка, которая оказывала содействие приобретению и отправку газа, задержана, привлечена, по которой административной ответственности транспортной инспекции по 463 статье, части 3.